Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Samsung Galaxy Watch FE. И сейчас я покажу вам, как их принудительно перезагрузить. Итак, мы зажимаем две кнопочки и держим так до момента, пока экран не погаснет. Экран погас, можем отпустить кнопочки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.